Всем привет любителям природы и интересующимся пришедшим на мой канал. Сейчас идет заготовка дикорастущей и садовой ягоды. Конкретно это ирга. Ирга — это ягода, которая требует бережного сбора, иначе она спелая мнется и дает сок. Для этих целей я сделал устройство. Это стакан гребенка для сбора ягоды. Он сделан из корпуса фильтра для воды. На его дальнем конце вырезаны вот такие вот зубья. Зубья с шагом примерно 7-8 миллиметров. И эти зубья вырезаны горячим ножом. Концы их немножечко скошены. С этим стаканом очень удобно собирать ягоду. Техника сбора очень простая. Вы подводите стакан снизу, сбоку, к ягоде. И затем просто срываете, и она попадает у вас вниз. Еще раз показываю. К веточке подносится стакан, к ягоде. Через зубья она проходит и потом срывается в стаканчик. Получается, не давится ягода и ускоряется сбор. Вот еще раз я вам покажу. Техника. Подводится стаканчик. Он попадает, ягода, внутрь стакана. И потом просто движением срывается внутрь. Получается в итоге... А затем ссыпаете все это в емкость. Уже собрана ягода. Вот такой удобный стаканчик для сбора ягоды. Можете его быстро повторить. Он резко ускоряет сбор таких ягод, как смородина, крыжовник, ирга. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание.